Силовики против профессиональных спортсменов. Впервые в Тамбове силами померились областная сборная самбистов и команда внутренних войск России. Соревновались как в командном, так и личном зачете. Тамбовские самбисты, как и полагается гостеприимным хозяевам, принимают гостей на новом ковре. Но вот сдаваться во время схватки не собираются. Первое противостояние в самом легком весе – 52 килограмма. И первая победа тамбовчан. Я знал, что я буду начинать эту встречу. Ну, как говорится, в борьбе как встретишь, так и проведешь. Вторая схватка в легком весе проходит также удачно для тамбовчан. На очередную победу болельщики реагируют бурно. Командная встреча тема хороша, что привлекает к самбо все больше новых лиц. Командное первенство всегда очень ожесточенное, то есть очень большой накал эмоций, страстей, потому что спортсмены выступают уже не за себя лично, а за коллектив, и поэтому как бы ответственность увеличивается, соответственно, напор и так далее. То есть достаточно серьезные, как сказать, страсти кипят на ковре. Еще больше страсти накалились к финалу, когда разница в очках между командой МВД и сборной Тамбовской области стала минимальной. Спортивную дуэль разрешил последний бой тяжеловеса Алексея Бородулина. Общий счет матчевой встречи 5-4 в нашу пользу.